Сегодня на территории города Димитровграда произошел целый ряд инцидентов, связанных с порывом теплосетей, а именно их 6. На сегодняшний день 5 из 6 инцидентов устранены. 2 из них были прогнозируемы, и поэтому жители были предупреждены заранее. Об этом была проведена подготовительная работа. Для того, чтобы провести ремонт теплосетей, была усилена подача тепла в дома, которые планируются к отключению, и там работы прошли в плановом режиме. Что касается 3 остальных инцидентов, один из них был на одном из котлей в котельных, которые оперативно достаточно были устранены, остальные на теплосетях. В настоящее время остался один порыв, который ведется работа по устранению. Устраняется он как силами бригад города Димитровграда, также туда были подтянуты по поручению губернатора дополнительная бригада с облкоммунхоза. Сейчас работает рабочая группа Министерства топливного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и промышленности. Лично министр выехал по моему поручению, Дмитрий Александрович Вавилин, который сейчас лично контролирует ход проводимых работ и ежечасно докладывает мне о ситуации. Есть необходимость, в связи с чем произошло затягивание ремонтных работ по этому инциденту, с тем, что труба на этом участке находится в неудовлетворительном состоянии, потребовалось замены порядка 4 метров данной трубы. Именно поэтому сейчас усиленно идутся работы. По прогнозам, работы будут проводиться еще 3-4 часа, по итогам которых уже будет замен. И это целый участок трубы, который будет непосредственно подано тепло. Утром я лично планирую выслушать руководство города Димитровграда по данному вопросу и доклад соответствующих рабочей группы, которая ведет эту проверку.